Здравствуйте, меня зовут Борис, сушист ресторана «Бавария». Сегодня мы будем готовить ролл «Ямайка». Для этого нам понадобится рис, огурец, нарезка лосося, творожный сыр «Филадельфия», икра и куча рыбы, тобика, имбирь для подачи и васаби. Для начала смачиваем руки, чтобы рис не прилипал. Раскладываем рис. Разложили рис, переворачиваем. Сыр. Огурца нужна только наружная часть без семян, чтобы рот не получился в одну. Теперь пойдем на резку лосося. Нарезали и выкладываем. Аккуратненько. Оформляем васаби. Ямайка готов. Приятного аппетита! Приятного аппетита!